Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем замечательные, очень простые в выполнении, обычные самые носочки на 5 чулочных спицах. Я вязала на размер 37-38. По данному видео вы также сможете связать на размер до 39 на среднюю ножку по полноте. Если же вам нужно взять на более, скажем так, объемную ножку, соответственно, добавляете 4 8 петель, то есть нам нужно число кратное 4, тогда вам удобно будет и вязать, и по ходу работы пяточку вывязывать, убавление делать для мыска, в общем, вам будет очень удобно. Для вязания я буду использовать пряжу Фибронатура Донна, здесь 50 грамма 115 метров, экстра файн, это чистая мериносовая пряжа. И указано, что она супервош, соответственно, она отлично подходит для вязания носочков. Я эту пряжу достаточно часто использую, и мне очень нравятся носочки из нее. Из одного мотка получается один носок. Если вы хотите связать мужские, то в принципе можете тоже вязать по данному видео, но добавьте где-то около 8-12 петель, то есть это обязательно к наборочным петлям, которые мы будем набирать изначально. Затем по ходу видео вы поймете, где вам и как нужно вязать, я более подробно рассказываю. Вот, то есть вы сможете связать абсолютно на любой размер. Один моток, один носок. Соответственно, нам понадобится два моточка. Вязать я буду спицами чулочными номер 3. Также нам понадобится крючок где-то около двойки с половиной, то есть не более. Так как у меня тоненькая ниточка, то мне нужен поменьше крючок. И нам по ходу работы понадобится один маркер. В начале работы мы его поставим. И ножнички. Исходя из своей плотности вязания, я буду набирать 48 петелек для данного размера. Если вам нужно для широкой ноги, то, соответственно, добавляете такое количество петель, чтобы вам максимально, скажем так, расширить. Желательно, чтобы оно было кратное 4, тогда вам удобно будет вязать носочки. То есть, смотрите, 48 отлично делится на 4 спицы, на которые мы будем распределять общее количество петель. Если вам нужно добавить ширину, набираете 52, 56 и так далее. То есть в среднем для, скажем так, плотности небольшой ноги 37-38 размера вам этих петелечек достаточно, так как эта пряжа еще достаточно хорошо эластичная, она тянется. Вот, и в носке не слишком деформируется. То если вы хотите вязать на более плотную ножку, то можете смело добавлять эти 8 петель. Начальные 2 петельки я, как всегда, набираю на одну спицу. Мне так удобно будет делать замыкание вязания в круг. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 46 петель. Затем нам нужно набрать одну дополнительную петлю, которая у нас при замыкании в круг сократится. Она нам нужна только лишь для замыкания. Поэтому общее количество петель я буду набирать 49. То есть кратное 4 плюс 1 петля. Для удобства я набрала на 2 пары спиц по 24 петли, и на вторую я набрала вот здесь лишнюю 25 петлю. Теперь я распределяю приблизительно по центру, то есть чтобы у меня оказалось на каждой спице равное количество петель, соответственно, исходя из моего числа, это по 12 петель на каждой спице. Обратите внимание, когда будете делить петельки, чтобы не соскочили вот эти две начальные. И у нас должно получиться на 4 спицах одинаковое количество петель. Но пока можете приблизительно взять. Теперь присоединяем первую и четвертую спицу таким образом, чтобы у вас наборочная косичка не была перекручена. И вот эта красивая сторона, есть зубчики. А есть вот такая косичка, вот чтобы косичка была сверху. Затем находим 2 начально набранные петли на левой спице, вот сейчас в левой руке, вот они у нас. И переносим первую набранную к последней набранной. Затем эту последнюю набранную перекидываем на только что перенесенную петлю. И спускаем эту последнюю петлю, лишнюю, как я вам уже говорила, с работы. У вас сейчас эта лишняя петля находится между первой и второй набранной петлей в наборочной косичке изначальной. Теперь коротенький краешек хвостика тянем на себя, рабочую нить от себя, то есть затягиваем эту петлю. И возвращаем обратно петлю на рабочую спицу, там, где мы ее взяли.
То есть получается, что мы спустили эту лишнюю петлю между первой и второй петелькой. И сейчас у нас нужное количество петель по кругу. То есть у меня это 48. После того, как вы затянули коротенький хвостик на себя, рабочую нить от себя, отправляем коротенький хвостик к рабочей нити. И первые 4 петли я вам предлагаю связать вместе за обе вот эти ниточки. Для того, чтобы замкнуть вязание в круг и завязать параллельно вот этот хвостик, чтобы он вам в дальнейшем не мешал. И начинаем формировать резиночку 1 на 1. Первая у нас петля лицевая, вторая петля изнаночная. Обратите внимание, чтобы вы первые петельки провязали за обе вот эти ниточки. Лицевая, далее изнаночная. Лицевая, изнаночная. 4 петли достаточно, я считаю. Теперь хвостик хорошо подтяните и оставьте его за работой. Далее продолжаем вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее до конца ряда. Также рекомендую, чтобы для удобства каждая спица у вас начиналась с лицевой, а заканчивалась изнаночной петлей. Если вы распределили, как я, по 12, то у вас должно так и получиться. Вот я сейчас эту лишнюю петлю, 13-ю, переношу на следующую спицу. Когда я распределяла, как вы помните, я не считала. И так продолжаем до конца ряда. Для удобства я также сейчас отмечу начало ряда маркером. То есть между первой и четвертой спицей я сейчас поставлю маркер и в дальнейшем буду ориентироваться на него. То есть это у меня начало, конец ряда между первой и четвертой спицей. Итак, вот ряд закончился изнаночной петлей, все связали и распределили правильно. Второй ряд и все последующие будем вязать по рисунку. Над петлями лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. И первый ряд, вы помните, мы начинали вязать за 2 вот ниточки. Так и продолжаем второй ряд вязать за 2 ниточки лицевую за ближайшую петельку, а изнаночную за дальнюю вот эту петельку. То есть как бы полупетельки передняя и дальняя. Вот лицевые я вяжу за передние, чтобы развернуть красивой косичкой. А изнаночные за дальние. Вот так. И тогда у нас получится не перекрученная красивая вязаться косичка. И с лицевой и с изнаночной стороны она будет выглядеть достаточно аккуратно. Можете вязать только лишь за передние полупетли, тогда получится у вас просто немножечко другая резинка получаться по рисунку с изнаночной стороны. Видите, она у меня двусторонняя. Если будете вязать за одну полупетельку, то будет перекрещенная такая, завернутая. Итак, над лицевыми лицевые, над изнаночной изнаночные. Все, распределили петли. Теперь вяжем нужную высоту резинки. У меня резиночка будет пошире, то есть сантиметров где-то 9 я буду вязать. Если вы хотите небольшую, можете небольшую. То есть это дело уже вкуса. Но рекомендую вязать пошире для того, чтобы в носке было более практично и долго не имел, скажем так, носочек деформированный вид и такой растянутый. Будет плотно прилегать к ноге. Связала я 30 рядочков, и вот у меня как раз 9 сантиметров, это 30 рядочков. Дальше я перехожу на лицевую гладь, то есть на вывязывание дальше высоты носка, именно подъем высоты от щиколотки. Вот, мне это мало, поэтому я еще сантиметра 4 провяжу до тех пор, пока мы начнем вывязывать пяточку. Перехожу я на лицевую гладь, соответственно, первая у нас лицевая, так и вяжем лицевую. Дальше у нас изнаночная, я вяжу лицевой за дальнюю полупетельку. Снова как бы разворачиваю лицевая за переднюю полупетельку, изнаночная за дальнюю. И вот перехожу на лицевую гладь, в дальнейшем буду вязать за вот эти передние полупетельки петли лицевые. То есть как они повернуты, так и буду вязать. А пока первый ряд, обратите внимание, при переходе на лицевую гладь я вяжу изнаночные за дальние полупетли. Получается достаточно аккуратный переход и красивый. Вязание будет немножечко расширяться. Не пугайтесь, резинка все-таки имеет эластичный стянутый вид, то лицевая гладь будет просто ровным полотном ложиться у вас и, соответственно, немножечко идти на расширение. Итак, вяжем порядка 4 сантиметров лицевой гладью. Связали 4 сантиметра, и у меня это приблизительно 14 рядочков вмещается в 4. Связали 4 сантиметра, у меня это 14 рядочков. Теперь переходим на вывязывание высоты пяточки, либо глубины носка.
Соответственно, делим общее количество петель пополам. У меня равное количество на каждой спице, поэтому я беру 2 первые спицы в начале ряда. Для вывязывания второго носочка я буду вязать третью и четвертую спицу, для того, чтобы были как бы в зеркальном отображении наши пяточки. А вот этот начало-конец ряда был во внутренней стороне ног. Итак, берем и вывязываем пяточку высоту. Я буду продолжать вязать лицевой гладью, то есть лицевыми петлями с лицевой стороны и поворотными рядами изнаночными петлями с изнаночной стороны, только лишь первую и вторую спицу вот такими поворотными рядами. То есть сейчас мы бросаем третью и четвертую спицу, а вяжем только лишь вот эти две. Для удобства я совмещу их на одну спицу, соответственно, с работы уберу одну спицу и буду вязать, получается, только лишь двумя высоту. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Связала первую спицу, убираю одну с работы. И продолжаю дальше на эту же спицу вязать следующую. И продолжаю считать 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Получается, у меня 48 было изначально. Сейчас у меня 24, 12 и 12. Не довязываю дальше все последующие спицы по кругу, а разворачиваю на изнаночную сторону и продолжаю вязать второй. И это у меня изнаночный ряд. Первую, как кромочную, я всегда буду снимать в начале ряда, а затем вяжем по рисунку. И глубина пяточки у меня будет тоже приблизительно порядка 4 сантиметров, можно даже чуть-чуть глубже. То есть можно, если, к примеру, вы помните, я связала 14 рядов в 4 сантиметрах после вывязывания резиночки, вот, то это получается около 14 рядочков. Я сейчас буду и вывязывать глубину, то есть это 4 сантиметра. Если вы вяжете на ножку пошире, можете делать и глубину немного шире, для того, чтобы хорошо и плотно садилась нога в носочек и не соскальзывала пятка. Итак, я довязала второй ряд и продолжаю так далее. Если вяжете носочек детский, то можете взять на пару рядочков меньше. Если вяжете мужской, то, соответственно, можете вязать на 4 где-то ряда, можете на 5. То есть глубину можете делать смело 6 сантиметров, если это мужской носок. Вот, а так я пока продолжаю вязать третий ряд и пока не наберу порядка 4 сантиметров в глубину. Вот я связала поворотными рядами высоту и решила связать 4,5 сантиметра. То есть связала не 14 рядочков, как здесь у нас, а 16. И теперь смотрите, общее количество петель на одной спице нам нужно поделить на 3 части. То есть 24 на 3 делим по 8 петель. Каждая из частей 8 петель. Если мы возьмем по 8, то вот это получается средняя часть, это ширина пятки. Для женской пяточки это узковато. Если бы это был детский носочек, в принципе, этого достаточно. Для женской я предлагаю вам взять с каждой из сторон по одной петле, то есть получается не 8, 8, 8, а 7, 10, 7. И для того, чтобы вам было более понятно, что я буду в дальнейшем делать, я возьму две вот такие ниточки, не маркеры, чтобы мне было потом удобно их снять. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставлю сюда ниточку, отметочку. И далее отсчитываю 10 петель, то есть центральная, как вы помните, часть у нас 10 петель. Вот, сейчас продену. Так, у меня ниточка поделилась. И далее 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И остается у нас 7 петель третьей части. То есть, что мы сделали? Мы с вами поделили на боковые стеночки пятки, центральная стена пятки, которая будет загибаться, и боковая стеночка с другой стороны. Сейчас мы начинаем вывязывать пяточку и делать как бы такое вот закругление.
Для этого я первую кромочную снимаю не провязанной, далее провязываю последующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть довязываю до последней петли первой части. И первую петлю второй части и вот эту последнюю петлю я провяжу вместе одной лицевой. Но так как это сейчас начало вязания, и для того, чтобы красиво повернуть и на пяточке смотрелись эти петельки, я поверну дальними полупетлями вперед. То есть первую петлю возвращаю и последнюю петлю первой части, но буду провязывать их за передние полупетли. Если хотите, можете провязать просто их две вместе и не разворачивать. То есть я сделаю их с наклоном в правую сторону, две вместе, одной лицевой. Последнюю петлю первой части и первую петлю второй части. Далее провязываю все петельки центральной части до последней. То есть, как вы помните, их у нас 10 было. Первую мы провязали, соответственно, последнюю оставляем. Значит, 8 лицевых. 2 вместе провязали. Далее 8 лицевых. 2, 4, 6, 8. Последнюю петлю второй части и первую петлю третьей части я провяжу вместе за дальние полупетельки. Одной лицевой. Вот так. То есть, получается, где у нас маркер? 2 вместе лицевой 1, и где маркер 2, 2 вместе лицевой 2. До конца ряда у нас остается 6 лицевых петель. Мы их не провязываем, разворачиваем на изнаночную сторону. Теперь у нас изнаночная сторона, соответственно, мы провязываем изнаночными петлями. Первую петлю мы снимаем не провязанной, то есть к этим 6 непровязанным мы добавляем еще одну непровязанную. Далее провязываем центральные 8 изнаночных петель. Так, я провязала 2, 4, 5, 6, 7. Так, красиво провяжем. 7, 8. У нас остается одна петля. Вот она, центральная петля, которую мы провязывали 2 вместе, 1 лицевой. Мы эту петельку со следующей петлей провязываем вместе 1 изнаночной. У нас остается 5 изнаночных петель. Мы их не довязываем до конца, поворачиваем на лицевой ряд. То есть мы будем всегда провязывать только лишь центральные вот эти 10 петель, которые оставили. Но первую из них и последнюю мы провязываем всегда вместе с боковыми петлями. И это у нас сейчас в конце ряда. Только здесь в начале мы провязали 2 вместе, а затем только лишь последние. С лицевой стороны 2 лицевые вместе одной петлей, с изнаночной стороны 2 последние изнаночные. Смотрите, первую мы снимаем, ту, которую мы провязывали попарно. Далее провязываем 8 лицевых и последнюю, 10-ю лицевую с центральной части, последнюю петлю мы провязываем вместе с боковой ближайшей петлей, с лицевой стороны лицевой петелькой. Далее снова поворачиваем, не довязывая до конца петли. Первую снимаем, далее 8 изнаночных. 8 изнаночных и последнюю петлю, вот она у нас, она уже хорошо отделена, мы провязываем вместе изнаночной с ближайшей петелькой. 4 не довязали, развернули на лицевую сторону. Далее снова эту снимаем, первую петлю, 8 лицевых с лицевой стороны лицевой гладью, далее 10-ю петлю мы провязываем вместе с ближайшей боковой лицевой петлей вместе, вот так. Почему я говорю 10-ю петлю? Потому что первую мы снимаем, 8 лицевых, это уже 9 петель, и 10-я петля, вот она у нас в конце. Далее снова не довязываем до конца 4 петельки. Первую снимаем, далее 8 изнаночных и последнюю 10-ю петлю центральную довязываем вместе с ближайшей изнаночной петлей с боковой стороны. Вот так. И так далее. То есть пока не закончатся все петельки с боковых стеночек, мы вяжем вот эти 10 петель. По итогу у нас останется только лишь 10 петель. Остальное все сократится. То есть мы постепенно сокращаем. Снова сняли 8 лицевых и 10-ю довязываем вместе с ближайшей боковой лицевой петлей. Вот так. И так далее.
С изнаночной стороны мы сократили, и теперь в конце лицевого ряда получается у нас, когда провяжем 8 лицевых центральных, последнюю десятую петлю мы сократим вместе с боковой последней крайней петлей. И у нас получилось вместо трех частей, как вы помните, мы делили, первую часть сократили и третью часть сократили, а центральных 10, вот они у нас остались. Теперь я вытаскиваю маркеры наши условные, они нам не нужны, и у нас получилась вот такая замечательная, ровная, красивая, я бы даже сказала, идеальная пяточка. Что нам нужно сделать? Смотрите, у нас здесь сокращенные, скажем так, пробелы при вывязывании высоты. Чтобы нам замкнуть вязание в круг и дальше продолжить вывязывать длину стопы, как мы с вами сделали здесь при высоте носка, нам нужно набрать петельки. Сколько нам нужно набрать петель, как вы думаете? Мы делим это число петель на пяточке пополам, соответственно, по 5 петель на 2 спицы. И сейчас нам нужно сюда добавить по 7 петель, которые мы сократили на первой части и на последней. То есть то же количество петель, чтобы у нас получилось, какое набирали изначально. Для этого поворачиваем вот такой красивой боковой стеночкой по ходу, скажем так, того, как ложится ниточка. И нам нужно равномерно по вот этой наборочной косичке, вот этой кромочной, не наборочной, даже кромочной косичке, нужно набрать равномерно 7 петель. Условно вы видите, вот она, одна петля, вторая по косичке, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Вот мы по ним и будем набирать петли. Вот она, первая петля. Вторая петля. Можете взять крючок, если вам неудобно набирать. Третья петля. Четвертая. Пятая. Шестая. А вот седьмую я вам рекомендую набрать следующим образом. Возьмите крючок и посмотрите, как у нас здесь красиво ложится вот она косичка. Если вы сейчас наберете просто вот здесь петлю, у вас, возможно, может получиться дырочка. Я вам рекомендую набрать из боковой стеночки, но захватить и следующую как бы полупетлю косички. И вот отсюда набрать вот эту седьмую петлю. То есть, как я это сделала? Я набрала вроде бы как из боковой стеночки, но захватила еще одну полупетлю, которая нам стянет максимально, скажем так, отверстие косички, и не получится дырка. И у нас должно получиться 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Далее эти 12 провязываем, уже как бы замыкаем круг с вот этими двумя оставленными спицами. Поэтому их провяжите 12 лицевых с одной и с другой спицы. И затем, когда дойдем до этой стороны, я вам снова покажу, как я здесь буду набирать вот эти петельки. Вот. Самое главное сейчас при вывязывании длины стопы, хорошо затягивайте начальные вот эти две петли на каждой спице, для того, чтобы у вас не получилось никаких пробелов в вязании, то есть чтобы косичка не получилась лицевой петли, растянутая на каждой из спиц. То есть хорошо затягивайте две начальные петли, а затем вяжите. Вот мы дошли с другой стороны и снова таки смотрим, вот она, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петля. И условно говоря, вот здесь у нас должна быть набрана эта 7 петля. Мы снова захватываем вот эту полупетельку верхнюю, захватываем вниз, как бы мы сейчас набирали эту 7 петлю, ну либо первую по счету сверху. Вот, и снова захватываем петельку, я ее одеваю как лицевую, как бы вот такую вот условную лицевую петлю, и далее продолжаю набирать лицевые петли из боковой косички. То есть вот 3 петли я набрала, 4, я набираю за 2 полупетельки, чтобы они у меня не были с дырочками. Итак, 6 получается набрала и 7, так, 2, 4, 6, 7. Все, дальше я... Вот здесь у меня, как вы видите, еще можно было бы набрать одну петлю, но мне она не нужна, поэтому я хорошо подтягиваю петельки, вот так вот, и просто довязываю оставшиеся 5 петель со спицы, которые мы поделили на пяточки. Посмотрите, никаких дырочек нету. Самое главное, проверьте, чтобы у вас не было дырочек, потому что на этом этапе можно еще что-то исправить. Если вы уже провяжете ряд, то как бы вам придется просто его потом распускать. Чтобы этого не пришлось, проверьте, дырочек никаких нет. И все,
Мы набрали, получается, с вами петельки, и сейчас будем продолжать вывязывать длину стопы. Вот, я сейчас провяжу первый ряд, покажу, как я буду провязывать именно эти набранные петли. Итак, 5 петель пяточки мы провязали. Здесь, как вы помните, ничего особенного. Но вот эти петли, которые мы набирали, для того, чтобы, опять же, таки не было дырочек, я провяжу их за дальние полупетли. То есть, как бы перекрещенными петлями, скрещенными. Вот так, смотрите. За дальние полупетельки. Они у меня получаются вот такие, как бы немножко перекрученные, обратите внимание. Это хорошо, я думаю, видно на камере сейчас. Вот, и я их перекручиваю для того, чтобы у меня не было никаких таких вот дырочек. Вот, все, я перекрутила, провязала, и дальше буду провязывать все точно так же, как вязала до этого, но когда дойду с другой стороны до пяточки, я эти тоже скрещенными 7 штук провяжу, 7 петелек вот такими перекрещенными, чтобы не было дырочек. Все, набираем петли, провязываем их лицевыми, и у нас получилась вот такая условная, сейчас, прямоугольная пятка. Сейчас я вам спицы выгну, чтобы показать, что у нас в итоге имеется на данный момент. Вот, все. Вот она, пяточка наша провязана. Сейчас мы вывязываем длину стопы. Вы знаете общую длину по сантиметрам ноги. Нам нужно от нее отнять 3 сантиметра, то есть чтобы в итоге у вас носочек получился на 3 сантиметра, если вы вяжете пряжи такой, как я, тоненькой и хорошо тянущейся. Если вы вяжете плотно и плотной, скажем так, ниточкой, есть такая, прям вот раньше была там и харковчанка, и как-то там, в общем, разные в Советском Союзе были ниточки плотные. Если вы вяжете из таких вот очень плотных ниточек, то можете отнять 1,5 сантиметра. Вот, я буду отнимать 3, потому что нитка достаточно хорошо тянется, она эластичная, классная. Вот, и при стирке она еще так вот мягкой становится, поэтому я буду отнимать больше. Поэтому сейчас нам нужно отнять от длины стопы 3 сантиметра, отнять где-то 2,5-3 на закрытие мыска, то есть на закругление носочка в конце, где у нас пальчики, и отнять вот эту пяточку, которая у вас получилась. Возможно, у вас получилось свое число, но так как у меня 4 сантиметра здесь, то у меня где-то 4 сантиметра, может, 4,5, исходя из высоты, здесь. То есть здесь как бы такой вот квадратик. То отнимаете длину пятки на закрытие мыска и 2,5-3 сантиметра от общей длины стопы. То есть на это ориентируйтесь, вяжем длину стопы. Я буду вязать так, чтобы у меня от начала пяточки было 18,5 сантиметров. Затем закрою мысок на 3 сантиметра, и у меня получится нужное количество сантиметров для стопы, скажем так, в размер 37,5. Если вам нужно больше, соответственно, вяжите длиннее. Если нужно короче, вяжите короче. На, допустим, если 36 сантиметров, на 36 размер, то, соответственно, там 23 сантиметра минус 3 мысок, 3 на растяжку. Вот уже у вас получается 17 сантиметров вместе с пяточкой. Вот. Я думаю, что здесь понятно. Самое главное, чтобы вы связали сейчас достаточно плотное начало каждой спицы, чтобы не было разделительных полосочек, чтобы вы сделали перекрещенные лицевые вот здесь с другой стороны, чтобы не было дырочек. И вот здесь обратите внимание, чтобы при переходе тоже не образовывалось дырочек. Вот это самая главная ваша задача. Свяжите длину, и мы с вами вместе закроем мысок. После того, как провязали нужную длину, начинаем делать убавление. У меня вместилось 52 ряда, и я начинаю делать убавление. Как я делаю? Смотрите, в начале у нас идут первая и вторая лицевая петля. Я провязываю их вместе лицевой одной петлей. То есть у меня получается наклон вправо сейчас. Далее провязываю все петельки, кроме последних двух на этой спице. Вот, и в конце спицы я также сделаю убавление, но с наклоном влево. Смотрите, для этого я разворачиваю дальними полупетлями вперед и заводя теперь уже за дальние полупетельки,
провязываю лицевую. Так у меня получается наклон влево, убавление с наклоном влево. Повторяю на каждой из 4 спиц. В начале спицы я провязываю просто 2 петли вместе, без каких-либо изменений, то есть одной лицевой. И в конце спицы последние 2 петли я разверну дальними полупетлями вперед и провяжу их также вместе за дальние полупетли. Вот так переснимаем дальними полупетлями вперед. Вот так вот. И теперь уже за дальние полупетельки вместе одной лицевой. Вот я показала это достаточно медленно, чтобы вам было понятно. Снова 2 вместе одной лицевой. До 2 последних петель на спице просто лицевыми. И 2 последние поворачиваем дальними полупетлями. Вот так. И провязываем за дальние полупетельки вместе лицевой. Так мы сделаем с 4 спицами. Сделав последнее убавление на 4 спице, я следующий ряд и все четные ряды убавления мыска буду делать просто лицевыми, то есть без убавления. Просто чередуем ряд с убавлениями на каждой спице, убираем в начале и в конце по петельке, провязывая их попарно. И затем следующий ряд вместе, получается как? Ряд вместе, ряд просто лицевыми петлями без изменения. Ряд вместе, ряд лицевыми петлями. Я думаю, что вы не запутаетесь, так как ряд с убавлениями видно. Вот 2 вместе, значит следующий ряд пошел у нас просто лицевыми. Лицевые довязали, снова ряд вместе в начале, в конце. И снова лицевыми петлями. То есть так мы будем убавлять, убавлять до тех пор, пока на наших 4 спицах не останется всего лишь по 2 петли. После провязывания поочередно, чередуя ряд с убавлениями, ряд просто лицевыми петлями, у вас остается 4 петли. Затем вы провязываете 2 раза попарно в начале ряда, то есть как мы делали с вами убавление в начале каждой спицы, и далее в конце каждой спицы мы делали с вами с поворотом второе убавление. То есть после вот этого ряда, когда вы провяжете сразу подряд по 2 убавления в начале и в конце спицы от начала до конца ряда, и у вас останется по 2 петли, вы ряд просто лицевыми петлями, вот эти 8 петель, не вяжете, потому что слишком получится такой вот скомканный, скажем, краешек вот этого мыска. Вот чтобы его не было, я предлагаю вам ряд лицевых петель не вязать. Сейчас смотрите, мы берем крючок для удобства и переснимаем на крючок все петельки. Того как по ходу ложились петли, так я и буду их переснимать на крючок, то есть по часовой стрелке. Вы, если у вас спускаются резко петельки, то так не делайте, как я просто всегда придерживаю, поэтому осторожно. Итак, спустила я на крючок первые 2 петли, потом идет у меня следующая спица, вторая, я снова эти 2 петли переснимаю на крючок и продеваю сквозь них рабочую ниточку. Вот так. Так. Спустила одну, вторую и переодела на крючок. Так, сейчас мне мешает немножечко камера. Вот, все, я подхватила их. Далее снова пропустила сквозь них рабочую нить. Вот она у меня переодетая вторая спица. Далее я поворачиваю по ходу, как ложится третья спица, подтягиваю с нее петли и переодеваю их на крючок. Затем сквозь них я продеваю рабочую нить. Вы так резко не переснимаете, потому что, ну, скажем так, лучше перестраховаться. Можете, кстати говоря, вот эту рабочую нить, если вы уверены, что у вас уже носочек нужной длины с мыском, все, вдеть просто в иголочку, то есть отрезать хвостик и вдеть в иголочку. Но я всегда себя страхую, вот, я нить не обрезаю, потому что обрезать вы всегда успеете, а вот потом, как говорится, прицепить ее будет проблематично.
Итак, вот смотрите, я переодела рабочую нить, у меня получилась вот такая петля. То есть, если вы потянете за длинный хвостик, это у нас моток. Если за петлю, то это у нас все-таки соединено мотком все. Далее вы выравниваете носочек, насколько это возможно. То есть, вот подтягиваете все, смотрите, что у вас получилось. Вот пяточку смотрите, смотрите носочек. Здесь, как вы можете зафиксировать? Смотрите, тянете за короткий хвостик, ну, то есть за вот эту петлю, за длинный, за короткий, за длинный, и у вас стягивается отверстие. Вы просто пропускаете сквозь петлю рабочую нить, хорошо затягиваете, образовываете новое колечко или петлю. Вот это затянули, смотрите. Хорошо получилось, что затянули. И снова через образовавшиеся пропускаем рабочую нить. Можете ее отрезать и вытянуть на изнаночную сторону. Все, хвостик у вас уже зафиксирован. Вы просто его прячете с изнаночной стороны и прячете хвостик именно с изнаночной стороны, фиксируя ниточку. Вот здесь у вас ничего не должно быть, скажем так, вытянуто, выдвинуто. И то же самое касаемо здесь у нас, помните, была ниточка, маркер, я уже ее спрятала здесь по ходу того, как ложится косичка. Можете ее не прятать, просто отрезать, она будет зафиксирована. Я всегда просто двойным, скажем так, страховочным фиксированием делаю. Это ввязываю в первый ряд, а затем по ходу того, как ложится косичка, прячу крючком. Здесь то же самое. Я делаю двойным таким вот захватом, а затем прячу с изнаночной стороны. Меряете носочек, делаете вторичную тепловую обработку, либо отпариваете не горячим утюгом, а, не, скажем так, паром. Вот. Либо же стираете и сушите в горизонтальном положении, не в растянутом виде. Вот. Можете просто замерить, если вы аккуратно вяжете, то можете просто замерить сантиметром в растянутом виде, хватает ли вам длины стопы. И все, можете смело дарить, если это же делалось на подарок. Вот, все, вяжете второй аналогичным образом, все то же самое. Здесь такое же количество рядочков резинки, здесь переход на пяточку, высоту, такое же количество рядов. Здесь вы вязываете высоту пяточки, затем пяточку, длину стопы и заканчиваете мысок чередованием убавления просто лицевые петли. Ничего абсолютно сложного. Единственный нюанс, я вам говорила по ходу вязания, это мы брали с вами первую, вторую спицу. Можете взять третью, четвертую для того, чтобы вот эта ниточка соединения была у вас с внутренней стороны в зеркальном отображении. Но даже если вы свяжете аналогичным образом два носка, ничего абсолютно страшного не будет, и это будет незаметно по ходу носки. Особенно если это темный цвет, вот как у меня, в принципе. Ну, я думаю, что и на светлом здесь ничего не видно. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Напишите в комментариях, получилось или нет. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока!